Этот тренинг я отношу к разряду продвинутых тренингов по переговорам и продажам. Существуют базовые тренинги, на которых вас обучают тому, как создавать доверительные отношения, как собирать информацию о потребностях клиентов, каким образом правильно сформировать свое предложение на основании этой информации и как работать с возникающими возражениями. И это очень полезные навыки. Они очень полезны в контексте, когда клиент пришел для того, чтобы что-то купить, а продавец ему что-либо собирается продать. Но часто бывает, переговоры выходят за эти рамки, и в них начинает появляться манипуляция. Каким образом эти манипуляции устроены, мы будем с вами рассматривать в течение 2 дней. Тренинг практический, поэтому мы будем все время делать упражнения на основании того материала, с которым я буду вас знакомить. Мы с вами узнаем, как происходит воздействие на психику человека, как устроены различные манипулятивные стратегии. Очень часто бывает, что для использования манипуляций собеседника нужно вывести из состояния равновесия, вызвать у него дискомфортное состояние. Поэтому мы не только с вами выясним, как это делается, но и научимся противостоять этим подходам, научимся удерживать свои внутренние состояния, делать их ресурсными и не позволять вмешиваться в это другому человеку. И поверьте, это очень важный аспект. Я уверен, что вы неоднократно сталкивались с тем, когда во время разговора с каким-то человеком у вас возникало чувство вины или какой-то иной дискомфорт, может быть, даже и страх. Всего этого у вас после тренинга не будет. Вы узнаете от меня о том, как устроены провокативные переговоры, что такое провокативная коммуникация и каким образом можно ей противостоять. И в то же самое время, как можно ее использовать для того, чтобы спровоцировать человека на те или иные решения. И, может быть, даже изменять его убеждения. Да, все эти способы, конечно же, хорошо используются при воздействии на убеждения и возражения человека. Но это будет всего лишь отдельная линия, которая будет проходить в течение нашего тренинга. Также вы узнаете о том, каким образом можно эффективно строить взаимоотношения с близкими людьми или с друзьями, если вы собираетесь вступить с ними в деловые отношения. Какие возникают там сложности, подводные камни, и каким образом можно их не допустить, чтобы такие отношения в действительности могли быть плодотворными и ваш бизнес хорошо работал. Все это в совокупности будет проходить, как я уже сказал, в течение 2 дней, после которых вы действительно изменитесь, изменится ваш стиль переговоров, вы научитесь определять манипуляции прямо буквально с первых слов человека и узнаете, как на них эффективно реагировать. Записывайтесь на мой тренинг, и я уверен, что вы всему научитесь.